Привет, с тобой Бацагин. Сегодня я поиграю на 650 плюс кубков, выбью Лего и еще пооткрываю сундучки. Так что будет интересно, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а мы начинаем. Началась первая катка, у нас 16 банок, челики просто уходят в дым, ну и мы побеждаем, кидая дис. Боты унижены. Топ-1. Во второй катке Байрон и Динамайк пытались что-то сделать, но как бы скилл дает о себе знать. Топ-1. Ну и спустя несколько каточек нам не повезло. Каму пытается убежать, но его ловят на ошибки. Ну а теперь расскажу о том, как я выбил Мэг. К сожалению, не смог записать. У нас уже одна банка. Мы идем на мидл, пытаемся пушить, забрать банки. Я умираю. Кам ждет, когда я возрождусь. Я возрождаюсь. Мы идем занимать мидл. Мидл полностью наш. Остается 3 команды. Но так было недолго, поскольку уже столкновение. У нас 2 маленькие котлетки Лу и Мэг, а у них Байрон и Эль Прима с 11 и 7 банками. Знатное преимущество, но Кам кидает 2 ульты, замораживает их, пытается сражаться с Эль Прима, но его убивают. Эль Прима ультует на меня и убивает меня! Кстати, насчет Ильи Блейзера, Кам, у него есть свой клуб Тамарка, заходите, будете легендами. Ну а теперь долгожданная целую минуту 10 секунд открытие сундуков. У меня еще 7 мегаящиков осталось. Че хвастаешься? Давай, прыгай. Давай, джамп. А это возможно? Нет. Тебе надо 8 штук. Мега открытие. Давай, а давай мега потом будет. Давай, потом минуты 3 я не мог зайти в Brawl Stars, но в итоге меня пощадили и впустили. Да блин, что это? Ну, блин, у меня есть. Я уже понял. Да, есть! Ну а напоследок я сыграл катку на Лоле. Возрождаюсь и сразу нахожу свою первую банку. Рядом была вторая, ее я тоже забираю. Забираю противника и лечу на мидл. Убиваю дитё с ультой Дэрила. Ну, ботики, они всегда ботики. Там же была и Эмс, она тоже ботик. Остаюсь в столкновении и переигрываю Шелли. Ловлю на ошибки и занимаю топ-1. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых роликах.